Музыкальные, танцевальные, развлекательные программы для жителей и гостей села Соколово. Несмотря на дождь, поздравить друг друга с важным событием, юбилеем завода пришли сотни человек. Я вот Юрий Владимирович Белоусов, электрогазосварщик, ремонтно-механического участка. Это моя дочь продолжает работать. Праздник, что для вас? Как написано, это наша жизнь, мы тут живем. Молодцы, друзья. Мы приветствуем Марину Леонидовну Богомолову, машиниста расфасовочного. Среди присутствующих 90% сотрудники завода. Из 350 почетных грамот удостоились 78. В этом году они особенно отличились. Друзья, прошу на сцену главного инженера предприятия. Они лучше по производительности, они лучше по профессии, они лучше в работе, в отдыхе, во всем. Кто-то работает дольше, кто-то меньше, кто-то активнее, но это люди, которые достойны сегодня, чтобы их почествовали. Эмоции, конечно, только положительные. Церемония я рада, что я работаю Еленой на таком предприятии. Я очень благодарна людям, которые мне помогают. Цеха. Меня наградили за хороший труд, я думаю. И надеюсь, что наше предприятие будет процветать. Праздник посетил специальный гость, начальник алтайской пищевой промышленности. Он поблагодарил руководство завода за то, что им после банкротства в 2019 году удалось вернуть предприятие на нужные рельсы. 155 лет – это на самом деле большая дата, это история, это традиции, которые на предприятии сохранились с момента открытия. Это династии работников, которые работают на протяжении почти всей своей жизни. Развлекательная локация на празднике была и для детей. Ребята всех возрастов пробовали себя в роли портных, мастерили костюмы из картона. А вечером для всех жителей и гостей прогремел эффектный праздничный салют. Такую разнообразную программу подарило руководство своим сотрудникам, которые изо дня в день производят солодовый спирт, причем по старинной дедовской технологии, путем проращивания зерна. Мы используем комплекс ферментов, которые получаем из пророщенного ячменя, пророщенного проса, и далее, смешивая это дробленое зерно с водой, получаем солодовое молочко. Тем самым это гарантированно натуральный, экологически чистый, честный продукт, который получен без какой-либо химической, добавок химических каких-то компонентов. Сегодня сотрудники завода производят почти 800 тысяч декалитров спирта и 400 тысяч декалитров водки. Продукция, проверенная столетиями, пользуется спросом у россиян, у жителей ближнего и дальнего зарубежья. Валентина Аскерова, Андрей Сигаев. День с толком.